Доброе утро. Утро начинается с кофе свежесваренного со сливками. Вот сижу, балдею от вкуса. С собой собрала коробочки. На обед купата, жареная капуста и греча. Туда же помидор. На завтрак творожок со сметаной и один персик. Персик там вкусный такой, персик. И взяла на всякий случай, вдруг все-таки мне этого не хватит. Но здесь вообще, конечно, творога только-только на дне. Вообще мало очень. Взяла бутерброды, тосты, сыр и маленькая-маленькая там была сарделька, в общем, и тосты. Очень вкусный хлеб. Вот. Ой, всем доброе утро. Сегодня у нас пятница. Я чего-то подсела на гороскоп. Позвоните колебания, неуверенность сегодня могут преследовать вас на каждом шагу. Особенно сейчас. Вы далее стать жертвой обстоятельств сегодня. В общем, колебания у меня сегодня. Неуверенная сегодня, да? Если вам понравился этот жуткий ужас, посмотрите еще. Поехали на работу. Не накрашена сегодня. Страшно. Собираю пакеты взять домой из машины. Сходила в магнит. Вон лежит печень. Вот. И стою напротив. Вдыхаю аромат сирени. И вот чирикает где-то. Я собираюсь, а он чирикает. Вот искала. Ведь и нашла я его. Вот это. А, вон он маленький. Вон, потеряла его. Видно? Вон. Вон чирикает. Как здорово прийти домой пораньше с работы. Так бы каждый день. Все-таки же лето. Села на диванчик. И слушаю птичек, сижу. Сейчас буду разбирать сумки. И купила сегодня себе бутылочку пива. Началось это все не с этого. Захотелось мне соленой рыбки. Долго выбирала и выбрала путасу полосками такими. Вот, а потом думаю, может мне пивка взять? И опять стояла в магните и выбирала пиво. Такой большой выбор. Вроде остановилась на... Какой там козел-то? Какой-то там козел. Я его называю старый, но он не старый. Это старый, это что-то другое. Но это чешское пиво. И, кстати, на этом заводе мы были. И из Чехии я привезла целый набор бутылок пива, которую мы выпили за 5 минут с подругой. Отащилась, это было что-то. Ну вот, и выбрала себе темное пиво в бутылке. Подержала в руках, говорю, нет, это такую тяжесть тащить. Тем более у меня в машине столько всего. Не-не-не-не-не. Поставила. И, как всегда, купила Балтику семерку. Вот. В общем, поднимай свой зад и будем разбирать сумки. Зашла в мясной, ну так, и купила печень говяжью. Пожарю большими-большими кусочками. Раньше все что-то как-то раз куриную бросишь и быстро, а тут что-то вот решила говяжью. Так, хлеб. Ой, хлеб у меня кончается. Купила на раз, в этот раз вот бурже шведские какие-то. Вот купила рыбу-то. Иногда хочется соленой рыбки. Соленая рыбка и семечки. Творог. Молоко. А,
по-быстрому. Что тут, да? Это сегодня у меня такой пакетик. Купила на бутерброды грудинку. Не знаю, покупаю. Нравится она мне. Так, вот Балтика, семерка. Кстати, наверное, надо сейчас бросить его. У меня вроде холодильник отключился. У меня же беда с холодильником-то. Балтика, семерка. Он у меня работал несколько дней. Вот такой слой был льда, снега на стенке. Выключился. Ой, я все переживала. И больше-то всего я боялась, что только бы он не загорелся. А то без меня тут вся квартира сгорит. Купила вот такие мармеладки в кокосовой обсыпке без сахара. Ой, потому что, ну, хочется сладкого. Очень хочется сладкого. И что у меня последнее-то? А, даже не последнее. Сейчас покажу. Сметана. Сметана все какое-то яркое-то. Так, это у меня персики. Выбрала помягче, 3 персика. И увидела первый раз вот такое какое-то топленое лакомство. Простоквашино. Почему-то сразу захотелось взять 2. Думаю, что это очень вкусно. Но себя уговариваю, что... А вот если не понравится? Ну вот, а если не понравится? А если это сладкое и мне нельзя? Что я потом буду с этим делать? В общем, уговорила себя с большим трудом купить одну баночку. Ну и все. И все. Банан у меня с работы. Не доела я капусту. Бутерброд. Вот собирала сегодня с утра. Творог съела, но баночку не помыла. Ну что, и все. Вот и все. Печень, не знаю, с чем приготовить. У меня еще каша гречневая есть. Но с луком однозначно. Так, все. Переодеваюсь. Посмотрим, что у меня в холодильнике. О! Съехала эта шуба. У меня съехала. О! Ой, вон. Это она еще порастаяла. На вид это желе. Вот такое. Желе. А на вкус... Желе из топленого молока. Может быть, немножко-немножко сахара, потому что не сладко, практически не сладко. Даже есть небольшая кислинка. И чувствуется ванилин. Вкусно. Такой... Десерт из топленого молока. Вот. Так. И где мои семечки с рыбкой? Пожарилась на одной сторонке. Сейчас переверну и добавлю лучок. Такая аппетитная печень. Чуть-чуть сейчас посолю. Как всегда по вечерам у нас моют и чистят улицу. Один из плюсов жить в центре города. Погода.
прошло и 5 минут, уже возвращается. Мне тоже надо окна помыть.